Друзья, я в Балкашино, это мои родные места, это Казахстан, и я приехал на лыжную биатлонную трассу, здесь стрельбище, увидел почетное место именно мастеров спорта, посмотрите, сколько здесь биатлонистов, и они все мастера спорта, а там было стрельбище, оно и есть. Сначала мы бегали очень много. Бегали. А вот стрельбище. Вот здесь мы стреляли. Вот. Но я был маленький, нам не всегда давали ружья, но старшие нам всегда давали ружья, и мы могли там немножечко потренироваться, пострелять. Вот такая вот история.